И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у меня очередной гайд для новичков или для тех ребят, которые играют в The Isle и немножко путаются со звуками, с криками динозавров. Многие из вас меня также просили на стримах и под видео сделать подобный гайд, поэтому я вам сейчас все расскажу и покажу, так что внимательно запоминай. Что мы знаем? Что звуки в The Isle — это неотъемлемая часть игры, звуки окружающей среды и, конечно же, звуки других существ. Запоминай, на данный момент в игре у каждого динозавра присутствует 5 звуков. Их можно издать, нажав на клавиши 1, 2, 3, 4, а также на клавишу F на твоей клавиатуре. Также при нажимании клавиши F этот звук автоматически производится, когда вы отправляете сообщение в чат. На клавишу 1 вы издаете основной зов. Он слышен на огромном расстоянии, так что будьте аккуратнее, когда используете его. Этим могут воспользоваться какие-нибудь другие крупные хищники, найти вас, убить. Крик на клавишу 2 выражает дружелюбие. Если вы хотите показать другому игроку, что вы настроены агрессивно, то используйте крик на клавишу 3. Звук на клавишу 4 — это зов о помощи. Следует помнить, что не стоит кричать просто так. Это может привлечь других игроков и в итоге стоить вам жизни. Ну что ж, друзья, я вам сейчас все покажу, ну а вы запоминайте. Начинаем. Это серия... Звуки травоядных от Джува до Фула.